До свидания. Я сам, да, не надо, я пешком, пешком. Не хватило бы. Мама говорит мне, что я особенный мальчик. Как его там зовут, этого типа? Вышел с дома, нет связи, вот. Конченый интернет. Я хз, где еще конченый. Наверное, в Москве тоже глушат, скорее всего. Хотя, смотрю, стримы бустера. Надо iPhone, наверное, последний. Какой же интернет, да, уебищный? Обрати внимание, в Ростове. Я уже на улице, а битрейта все равно не веду. Даже на улице. Это просто кончи. Просто выблюдки. Ой, те, кто этот интернет в Ростове сделали. Ну как их назвать? Ну не выблюдками, а. Ну почему такая связь ужасная? Согласитесь, что связь кончена. Как и рел-стримерами существовать вообще рел-стримером? Токио на Дону, Иван Жапан на связи. Так, что получилось по деньгам? 20... 22 бакса, что так мало? А, не обновилось что ли? Я не нажал кнопку. Спасибо. Спасибо, дорогой. Бананчик обалденный. Что, реально уже столько? О, 44 онлайна. Вот это же настоящий онлайн. Катаешься, деньги получаешь, стримишь. Вообще как? 25 баксов. Гань, блатуха. Тоже нормальный онлайн. А то я все был какой-то невероятный. 500 онлайн. Это же невозможно. Сейчас как вижу нормальные цифры человеческие. Это реально как будто крутили постоянно. Представляешь? Накрутка. Накрутка. Это меня Яндекс всегда продвигал, да, чтобы все курьеры к нам пошли, чтобы все зрители к нам пошли работать. Вот видите, рекламу купили, видать, на главную страницу Ивана. Засунули, поняли? Не, ну это... Умеют, делают, практикуют, как говорится. Ага, новый бас. Ростов-на-Дону. Токио. О, с Ростовом, братишка. Земляк, как говорится. Второй день. Спасибо, брат, спасибо, что смотришь. Приятно. Хорошего тебе дня, брат. Спасибо за поддержку. Все спрашивают, где полиция вся Ростова, почему мы не встречаем их. Они вон театрально стоят втроем. Ой, прости, сестра, прости, пожалуйста. Я просто по никам не вижу. А, что я говорил? А, бананчик 400 рублей на Озоне стоит, так что любой может себе позволить. Сразу 4-3 патруля стоит, обалдеть. Так что тут вообще не баловаться на театральной площади. Это будем баловаться, заберут. Ого, сразу 4-3 машины. Вау, я в первый раз такое вижу, гляньте. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. National Research Nuclear University. Вау, прикольно, да? Первый раз такое вижу.
Ну, прям ядерный автобус. Тупо на этих, на графитовых стержнях ездит. На урановых, слышишь? Автобус на урановых стержнях. Ач. Испытание? Ой, не надо. Нам испытания не надо. Ой, я зачем этот маг принял? Там интернета же не будет. Ё-моё, забыл про это. Сука. Ну такое мы осуждаем. Не надо никуда запускать никого. Блин, сейчас стрим упадет. Короче, прикол, хотите? Чтобы вы понимали, насколько уёбищный интернет. Вот она, вышка 4G, вот она. Заходишь в Мак, связи нет, на улице связи нет. Реально. Вот она, вышка. Вот, вышка, та самая. Мы заходим внутрь или снаружи стоим, интернета не будет, чтобы вы понимали, насколько кончено со связью. Опа. Ну, я понимаю, я тоже как бы не особо внутрь хочется заходить. Ну, реально, возле вышки почему-то нет связи. А у меня озвучка. Я все, братан, успеваю. Реально. Все успеваю. Hello, my Russia, Russia, my friend, Russia. Это что, правда на странице? Или хоть кто-то прикалывается в чате? Hello, my friend. Have a nice day. Welcome to my channel. Что, стрим упал, не упал? Полтора тысячи. Ну, сейчас зайдем внутрь, связи не будет. Какой там... Одна позиция, большое звездное комбо Александра Петрова. Опа, вот и нативочка подъехала. Первый раз вижу комбо Александра Петрова. А где комбо Ивана Меладзе? Почему такого нету? Почему? А кто такой Александр? Кто такой Александр Петров вообще? Кроссы? Ну, блин, мне стыдно показывать, но на самом деле... Сейчас. Ладно, показываю. Ну, да. Кросс там немножко, ну, как бы выразиться, неловко вышло. Да, такие пироги. Чё, идти внутрь? Наверное, связь. Ладно, посидим тут, потому что пиццу тебе куплю. Да, куплю, братан. Куплю, братан, куплю, конечно. О, а чё... Почему у меня? А, у меня еще Bluetooth тут глушится, кстати. Немножко пиздец им, да? Вот как ты живешь без донатов? В смысле, я сотку в месяц делаю в Яндексе, где зачем мне донаты? Успокойся, братан, зачилься. Так, ладно, отражаемся отсюда, посидим на улице пока. Ой, как холодно, как жарко, то есть, как сказать, холодно. Что вам рассказать немножко про Яндекс? Сити, Ростов-он-Дон, my friend, Сити. Майки в месяц, дай бог, 20-30 тысяч выходило. Сейчас я вам буду рассказывать все про Яндекс.Еду немножечко. Город-сосед, Батайск. Вот, допустим, ты, мой дорогой зритель, зашел на трансляцию. Ура! Я увидел Ваню в рекомендациях Твича. Что здесь происходит? Привет. Читаешь такое описание чата. Ой, описание канала читаешь, мотивируешься, тестируешь свой город на ревку. И, допустим, 18 тысяч рублей ревка в твоем городе за 100 заказов. Что ты делаешь? Ты мне пишешь, ну, ты получаешь сумку, становишься моим слоном, моим коллегой. Мотивируешься, работаешь, выполняешь 100 заказов. Пишешь мне в ТГ, что ты такой-то, такой-то. Мы связываемся с тобой, я связываюсь и 9 тысяч тебе дарю, допустим, полурефералочки. Ты счастливый, ты довольный, мы с тобой коллеги, мы счастливы. Мы с тобой сердечко, one love, www. Потом что дальше делать? Как происходит оплата в Яндекс.Еде? Из чего складывается? Вот он ты. Тебе поступил заказ в ресторан. Весь километраж оплачивается до ресторана. Фикса за заказ 50 рублей. Весь километраж до клиента оплачивается. Километраж оплачивается от 15 до 45 рублей за км. По ИЗО не знаю, хрен знает. Чем больше КФ. Как проверить имя, фамилию мне в ТГ написать? КФ. От КФа на если плановый слот
КФ, оплата за кинотраж больше, если свободный слот, оплата меньше. Ну и в общем, вот как-то так. Что еще интересного? Платить ты будешь 4% самозанятого налога, потому что ты новичок, 2% налога будет дефаться 10 тысячами рублями бонуски в приложении «Мой налог». Как-то так. В личку мне надо, главное, писать. Ну, я еще что в описании канала все написал, но никто это не читает, поэтому приходится каждому рисовать и вдалбливать в голову. Шиза, да. Всем одно и то же рассказываю, но это моя работа. Ладно, погнали. Что там узнаем про по заказу. Забивщики. Курьеры самоката — это отдельная вообще система. У них свои заказы. Они получают 250 рублей в час. Мне наоборот их очень жалко, чтобы они к нам шли работать. Нам-то больше. Ладно, я понял, это бесполезно. О, тут. Братик, забрал, я успел забрать, пиздец, успел прожаться. Прожимает? Не пришел. Да, прожимает. Можешь, в принципе, не заходить. Не заморачивайся. Пиздец, там народу, я в ахуе. Блять, а что сегодня, праздник, блять, или что? Все, хули столько народу? Я ничего не понимаю, что за хуйня? Вроде, что сегодня этот... Сегодня же что? Сегодня же... Что сегодня? Четверг сегодня. Ну, а почему так? Я не понимаю, что за прикол. Че, сколько у тебя за сегодня уже? Ты со скольки? Я с 11. У меня уже 2500 с 9. У меня 1400. О, 1400, ну догонишь меня. Ты до скольки? До 11. До 11 ночи у тебя смена? Или до 9? 2,5? У меня 2,5 я поймал. Я 2,0. Ну тоже нормально. Тоже нормально. Ну нормально. А где твой аппарат-то? Стоит, да. Нормально. Нормально. Жарко, тебе не жарко. А, ну тебе не будет жарко, мне-то тоже. Мне тоже жарко. Она же обдувает. И когда едешь, нормально. Да, когда стоишь, или когда в майке особенно. Ну хотя там еще плюс-минус прохладненько. Это пипец полный, брат. Это пипец. Жара 28 градусов сегодня, это какой-то трэш. Кому скажи. Ладно, полетел. Давай. Родной, хорошего дня. Чаевые, кстати, хоть оставляют тебе? Мне тоже. Хуйня какая-то. Хуйня какая-то, на самом деле, чаевые. Не знаю, последний раз были когда? Ну, дня, может, два назад, там, может, день. Ну, 250 было, не больше. Там хуйня, помню. Ладно, погнал. Давай, родной, хорошего дня тебе. Побольше чаевых. Ну, даже не чаевых, ладно, побольше кэфов просто нормально. Лучше оплата за заказ достойная, чем, да, чем чаевые. Километраж лучше. Да, да, чтобы километров много было. Давай, родной. Так, где я работал? Ну вот я в Маке работал. А я туда поехал, подожди. А я не помню, куда ехать. Да, по-моему, Тельмана. Тельмана же? Да, поехали. Ростов-на-Дону. Тест присваивается каждому заказу на всю смену, да. Плюс к каждому заказу. Еще Dark Store заставляют убирать иногда курьеров и фуры разгружать. Так что я поэтому Яндекс.Лавку и самокат не одобряю. Лучше работать в Яндекс.Еде, сам себе хозяин, катаешься, кайфуешь. Не надо вот это, никому ничего не должен. Там еще суперы бывают, выблюдки, которые курьеров кошмарят в Яндекс.Лавках, в самокатах. Я просто знаю. Не спрашивайте, откуда знаю, но знаю. Так что Dark Store — это склад, где ты заказы получаешь. Кошмарят, ну, хуево относятся. Типа выше, типа у них власть, они выше, типа, понял.
стоят так на водителей, которые выезжают на перекресток, бляди, на красный. Вообще, не люблю таких. Просто бляди. Доп-кэф такой высокий, потому что в Ростове для всех такой кэф. Ну потому что Ростов — это амбассадор по доставкам. Тут очень много кэфов. GTA 5 RP, конечно, разумеется. Отдыхать можно, да. Ну и списанку кушать. Ну такое себе. Такое себе. Лучше просто работать в Яндекс.Еде. А списанку я могу и сам на помойке найти, как говорится. В плане, что ну хуйня полная. Типа, какие плюсы для самоката и для Яндекс.Лавки, блядь, скидки эти галимые на продукты, которые там полупропавшие. Ну хуйня полная. Я не рекомендую никогда идти в Dark Store работать, парни. Прислушайтесь, потому что супер, который или так на него посмотрит, или на этот, он вас, блядь, забанит или скажет: больше ты тут не работаешь, не починил. Поэтому, ну, такое себе. Классно работать. Вот почему я говорю, что Яндекс.Такси хуйня, потому что с людьми работаешь, люди могут обрыгать машину, какие-нибудь неадекваты могут не оплатить тебе там, допустим, такси, или когда ты работаешь в Darkstore, могут быть странные суперы, директора. А тут в Яндекс.Еде ты еду возишь, она молчит, ничего тебе не скажет. Ты сам себе директор. Взял, допустим, офнул, поехал домой, понимаешь? Баночек стал, да. Точно. Ай, что-то в ногу попало. Ни разу неадекваты не попадались за 5 лет. Сам себе я директор Яндекс.Еды, да. Сколько получаю, в описании в ТГ зайди, посмотри отчеты. В Яндекс.Доставке выше ли доход? На машине, да, выше. На всем остальном ты будешь бебру сосать. Только на машине. В остальном Яндекс.Еда лучше. Ай, я тут ударился, ёбаный в рот, об этот абарам ударился. Ай, сука. Будет до 9 смена сегодня. Да, все будет. Стрим до 9 вечера. Дурацкая металлическая рама. Максимальный кэф 3.2, я говорю. Сегодня 2.5. Пипец, я сегодня 6 часов спал, а чувствую себя охуенно. Завтра 1.9. А сколько заряда хватает, в описании есть ответы на вопросы. Перейди, почитай. Кэф у нас всегда один. У нас с Ростовом имба. У нас всегда большие кэфы, большие оплаты и все в этом духе. Господи, какой ветер поднялся, поэтому, видать, и связь падает. У нас если дождь идет, у нас битрейт хуёвый на горы, на улице. Если плохая погода, короче, все печально. Ветер какой-то сумасшедший сегодня прям. Брат, да проще набрать консьержа, наверное. Или так набрал консьержа. Опять маг на театральном. Ой, пожалуй, маг на театральном не буду принимать. Что-то нет туда желания ехать мне. Нет, не хотел бы. А сейчас девчонка откроет нам. Ура! Наша спасительница.
Спасибо вам большое, выручили. Спасибо, брат, спасибо. Хорошего дня. О, это курьер юный катается. О, вкусвил гипер, вот это я приму. Это уже нормально, это по-нашему. А залупу театральную маг я принимать не буду. Там готовят, могут готовить очень долго. Это мне повезло, что я приехал, сразу забрал, но бывает, что очень долго. На спине вожу, братанчик, зачем на багажнике... На спине вожу, зачем на багажнике возить? У меня нет задней подвески, я разъебу все заказы, к сожалению. У нас на самокате... Будущий курьер на самокате, ты хотел сказать. Мусорокамера, ух ты, прикол. Вот сколько великов, обалдеть. О, тут можно по канату полазить, гляньте, вон. Канат. Даже баскетбол сыграть. Ничего не будет. Так, а что у меня липнет? Походу, что-то с обувью. Ой, я в говно, походу, наступил, что ли. Или нет, что это липнет? Какашку, что ли? Да к деньгам, ну, слава богу. Ой, прилипает подошва у меня. Во что я наступил? А что с подошвой? Все, раз, все, походу. Все. Надо менять обувь. Пипец. Да. Да, короче, проще консьержу звонить, я понял. Здесь бесполезно в квартиру звонить. Покоя, господи. Ой. Что за день? Здесь все консьержи. Нам повезло. Пошел процесс. А, ну консьержка ушла, походу, куда-то. Да, нету ее. Нету. Странно. О, поехали. Лифт нас ждет. Странно. О чем? А, о, здравствуйте. А мы думали, а вы где? А вы тут. Мы тот вызовем тогда. Я на 367-й, если что. Ну, еда. А, у тебя тоже доставка? Правильно, да. Правильно. Хорошая работа. Спасибо. Чтобы лапали. Чтобы работу для вас придумали. Ну, я понимаю. Жизнь. Могли бы матовый сделать, да? Ну, в конце концов. Зачем взять глянцевый? Ну, ты же не понимаешь. О, здорово, брат.